Областной субботник поддержали многие предприятия и организации Одинцовского района. Среди них актив многофункционального центра. Сотрудники вышли на уборку территории ранним утром. Получив инвентарь, незамедлительно приступили к уборке веренной им территории. Помимо того, что мы обслуживаем жителей Одинцова, мы еще и принимаем участие в уборке, потому что это наш город, мы его любим, хотим наблюдать красивые пейзажи, потому что все-таки весна – это период для чего-то нового, и мы всеми силами, всей командой решили принять участие в такой хорошей акции, как «Убрать наш город», чтобы он стал чище, красивее. Это для нас важно. Один из самых замусоренных участков достался членам политической партии «Единая Россия». Акуловский парк теперь не узнать, мусор весь убрали, все расчистили. Возможно, местные власти обратят на чистый уголок внимание, и здесь появятся скамейки и пешеходные дорожки. Очень хорошая акция, которая позволяет город сделать чище перед летним сезоном. И вообще люди очень воодушевлены вот такими мероприятиями, они все с удовольствием идут, скажем честно. Не только улицы и дороги приводили в порядок, территории предприятий, учреждения образования, здравоохранения тоже были убраны в этот день. В районной больнице номер 2 на субботник вышел практически весь коллектив под руководством главного врача Андрея Фадеева. Врачи, медсестры, администрация больницы активно убирали как саму больницу, так и всю территорию. Мы поддержали инициативу губернатора, мы вышли всем коллективом. Наш вышел человек 70, мы многие пришли с детьми, это устроили по типу мероприятия как праздник. Мы убрали территорию перед больницей, убрали газоны, убрали листву старую. Потом пришли в территорию леса, здесь, соответственно, мы посадили деревья, елочки, скворечники повесили, кормушки для белочек. То есть в целом прошло в такой хорошей дружественной обстановке. Многие пришли на субботник с детьми, которые с удовольствием взялись сначала за побелку деревьев, а потом и за наполнение кормушек для птиц и белочек. Теперь в парке больницы на деревьях появились скворечники. Сотрудники больницы надеются, что пернатым придутся по душе новые дома. Когда сошел снег, мы, конечно, видели, что территория леса совершенно не убранная. Тут у нас почти 5 гектаров леса. Он был в состоянии захламленности, мусора и всего. Тут уже мы на настоящий момент, наша управляющая компания уже вывезла порядка 10-30 кубовых контейнеров мусора. Это почти 300 тонн. А еще такое ощущение, что почти ничего не вывозили. Я думаю, что еще тут кубов 300-400 еще придется им вывезти. Компания управляющая очень хорошая, кто сейчас работает у нас, называется Наюрус Сервис. Вы можете сами видеть, насколько стал чище лес, сколько мы вывезли сюда бутылок, стекла, строительного мусора, который еще остался с момента постройки больницы. День выдался солнечным, но прохладным, поэтому после активной работы на свежем воздухе все участники субботника отправились пить чай с вкусными ватрушками, которые приготовили повара больницы. Областной субботник завершился, но работы по уборке территории лечебного учреждения продолжатся. За все 12 лет парк не убирался ни разу. Об этом свидетельствуют горы скопившегося мусора. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».